Всем привет! Хочу показать, что я заказала на Херб. Все время заказываю, делаю заказы. Ой, еще и не видно. Да, а снимать так и не снимала, никогда. Так, начнем с первых. Это мультивитамины для женщин. Вот, даже я специально открыла на сайте. Как они называются? Полный комплекс высокоэффективных мультивитаминов для женщин. Здесь 60 таблеток. Стоит он 1000, ну, на данный момент. Каждый раз цена меняется от курса доллара. 1284 рубля 15 копеек. На сайте очень все хорошо прописано. Это вообще какой-то великолепный сайт. Прям вот и срок годности до какого числа, да? До 31.01.2023 года. Вот, проверим. До какого он числа? Где тут написано? Где-то здесь должно быть написано. Блин, ну надо где-то искать, конечно. Где написано? Я вижу, что здесь он может экспортироваться до 3-го. А, вот написано, до 31 марта 2023 года. А, на сайте указан вес 230 грамм. Но не буду открывать, честно говоря, так хочу просто вот обзор сделать того, что заказываем. Очень все хорошо прописано. Для чего они? Особенно очень приятно, если есть описание на русском языке. Здесь группа витаминов В. Так что вот, всем рекомендуем, заказываем уже не первый раз. Ну, так что вот, следующее, что хотела показать, только мне надо, конечно, еще это открыть. Зала коллаген, без вкусовых добавок. Так что, если кто-то не хочет, вот даже написано, без запаха, без всего, без добавок, да, диетический продукт. А, это без добавок. Ну, вот, есть ягодный микс. Есть темный шоколад и ежевика. Ну, вообще, это, конечно, на любителя. Мне кажется, с шоколадом очень даже вкусно. И есть еще ванильная и кокосовая вода. Так, мы заказали вот такой. Тоже здесь 284 грамма, но такая прям, знаете, 284, 567 грамм. Очень такая увесистая упаковка. У меня 567 грамм, да. Вот, а здесь еще можно выбрать. Так, вот он, 567 грамм. Хорошая у него цена, но его хватает надолго. 3277 рублей. Здесь тоже все расписано. Для чего? Для кожи. Это вообще, наверное, заменитель витаминов. Для кожи, для волос, ногтей, суставов. Вообще, прекрасный продукт. Прекрасный. И что я заказала? Это коэнзим Q10. 60 растительных капсул. Пластмассовая упаковочка. Цена 2600 почти. Для чего он у нас? Вообще он нужен, конечно, для памяти. Поэтому и берем его. Чистый коэнзим Q10 содержит. А следующий продукт – это цельная оболочка семян подорожника. Вот такой пакетик, он большой. Здесь у нас 454 грамма. Не знаю, видно хорошо, нет? Ну, я думаю, хорошо видно. Что это такое? И для чего это нужно? Поддержание здоровья пищеварительной системы. Это растворимая клетчатка. Многие, наверное, ее покупают в аптеках, разводят и пьют. Стоимость такой красоты весом 454 грамма 511 рублей. Достаем следующий продукт. Это спирулина. Смотрим, что это такое. Сертифицированная органическая спирулина. Так, у нас, значит, доза 500 миллиграмм. Супер грин, наверное, супер-супер-супер-пупер. Супер зелень здесь. Сине-зеленая микроводоросль, которая содержит натуральный белок. Для чего она у нас? Кошерная. Это активная добавка к пище. Так. Я забыла зачитывать, конечно, что принимать нужно по 6 таблеток в день. Это, наверное, вдруг кому-то было бы очень нужно. Потому что меня многие спрашивают, а как принимать? Вот. Берем 6 таблеток в день. Все, и пьем. Стоимость. Очень она такая легкая. Вес у нее, наверное, грамм 100. Стоит она 426. Следующие витамины. МСМ и сера. Для чего же мы это заказывали? Я уже сама не помню. Ну, это, естественно, тоже пищевая добавка. Нужна она для работы суставов. Сохранение соединительной ткани. Здоровая кожа. Здесь самое главное, нету глютена. У кого-то может быть аллергия. И без искусственных красителей и консервантов.
Так, как ее принимать? Что у нас тут написано? Это должно быть написано. А, по одной капсуле. А, так интересно написано. Ну, нет, здесь не по одной капсуле. Это должно быть написано где-то по одной капсуле. Вообще, конечно, если здесь что-то непонятно, то всегда есть вот инструкция, рекомендация по применению. Принимать по одной капсуле от 1 до 6 раз в день во время еды. Вообще, все добавки лучше принимать во время еды, иначе у некоторых людей может быть изжога. Стоимость 1518 рублей. У нас здесь дозы... Так, 1000... Сколько у нас штук-то? Ну да, 180 штук. Следующий продукт. Это очень хороший шампунь. Для интенсивного увлажнения для поврежденных волос. Ну, я так понимаю, для тех, кто красится, обесвечивается. Мне кажется, это вообще милое дело. Здесь 250 мл. Стоит он 545 рублей. Да, есть, конечно, дозы еще поменьше. Это 2 унции. Ну, тут вообще маленькая, как пробник. 60 мл. И стоит он 154 рубля. У нас нормальная полноценная баночка 250 мл. Что интересного тут можно про него вычитать? Вообще, это очень хорошая фирма. Она для профессионального ухода за волосами. Подходит для окрашенных волос. Так, 100% растительные ингредиенты. Вообще, берем и моем голову. Здесь даже есть рекомендация по применению. Вмассируйте. Короче, взбейте в густую пену во влажные волосы. Тщательно промойте. Да, конечно, хорошо было бы еще иметь кондиционер, но его можно дополнительно купить. Следующий продукт – это масло жожоба. Стоимость его 665 рублей. Здесь 118 мл, оно такое небольшое, но его хватает надолго. Срок годности у него до 2022 года. Использовать его можно для кожи, волос, тела, для кожи головы, там не знаю, им все можно мазать. Оно очень отлично пахнет, не сильно приторное. Кожу делает мягкой. Что можно еще его? Куда его можно? Капелька. Вообще написано для кожи, волос, тела, для всего. Следующий продукт Сайхерба — это шампунь Avalon Organics. Его берем вообще все знакомые очень уже давно. Он волосы делает густым, так как здесь у него бэком, короче, с биотином он, да? Здесь 414 мл, стоит он 723 рубля, но по акции его можно иногда купить за 500. Так, что у него здесь интересного еще можно прочитать? Внутри, естественно, овес. Он дает густую пенку. Его надо чуть-чуть добавить, и он будет очень хорошо пениться. Естественно, без всяких ГМО, веганский продукт, биоразлагаемый, отличный. Здесь даже написано, что он утолщает безжизненные истонченные волосы. И, кстати, волосы от него отлично растут, потому что знаю людей сама. Те, кто переболели коронавирусом, волосы повыпадывали, не знаю, у меня на полбашки волос выпало. Мыла им голову, и тьфу-тьфу-тьфу, они прекратили выпадать. И вот здесь написано, что он еще увеличивает густоту волос. Не знаю, это самый, наверное, отличный шампунь на всем сайте. Ну, рекомендации можно почитать на сайте, поэтому... И всегда выгодно его можно купить. Мне кажется, его всегда можно купить рублей за 500. На него всегда какая-нибудь акция, всегда какие... Вот даже смотрите, сейчас на него здесь получите скидку 15% на этот товар. Так что вот... Следующий продукт – мультивитамины для мужчин. 90 капсул, стоимость 1367 рублей. Сами читайте, для чего он нужен. Одно могу сказать – принимать по 2 капсулы в день. Сама, конечно, не пила. Во время еды – по 2 капсулы в день во время еды. Не знаю, что тут еще можно почитать. Ну, пищевая добавка. Капсулы легко глотать. Здесь... Что тут есть? Тут много чего есть. Много витамин, много. И что самое интересное, что да, будьте надо внимательнее. Он содержит сою, но может быть у кого-то может вызвать аллергию. И только он для взрослых мужчин. Следующий продукт — это омега-3, рыбий жир, премиум класс. Здесь 100 капсул, он состоит из рыбьего желатина. Стоимость 533 рубля.
Очень часто этот рыбий жир продается как комбо-предложение с чем-то, и выходит уже стоимость не 533 рубля, а где-то 200, около 280 рублей. У него большой срок годности, до 24 года. Для чего нам рыбий жир нужен? Для поддержания, наверное, нашего иммунитета. Как его пить? Также можно прочитать либо на баночке. Что у нас на баночке написано? Нужно взять 2 капсулы в день, вне зависимости приема пищи, но все равно, мне кажется, лучше принимать все добавки с едой, чтобы они лучше, конечно, усваивались. Так что вот, отличный продукт. Конечно, кто-то, наверное, скажет, что Салгар лучше, да, Салгар может быть лучше, но если нет очень много денег, то лучше этот. Следующее, что я заказала, это селен. Ну, честно скажу, селен я не пила, тоже у него большой срок годности. Это такая недорогая фирма, 21 Century. По-моему, это фирма самого Ахерба, да? Так, стоимость его 255 рублей. Иногда он стоит дороже, иногда дешевле. Что тут нам подсказывает Ахерб? Это антиоксидант, минеральная добавка. Не содержит также глютен. Так, что тут еще можно? Угу. Как минеральную добавку употребляем по одной капсуле в день. Да? Да. Одна капсула в день, я не вижу, я даже не пойму, тут видно, не видно, ну, наверное, что-то видно. Да, одна капсула в день во время еды, либо в соответствии со значением врача, может быть, кому-то его надо больше. Следующая добавка – это цинк с семечками вот этого памкина, вот с тыквенными семечками. Срок годности у него большой, до 24 года, здесь 60 капсул. О, здесь очень вообще классная банка, здесь видно, как выглядит капсула, видите? Да, вон они какие, что-то серенькое внутри. Стоит 336 рублей. Для чего он нам нужен? Здесь, для чего он нам нужен? Тут ничего не написано. Для чего? Ну, вообще, если что-то, конечно, не написано, естественно, я знаю, для чего он нужен, да? Пить его, а так вот, если что, для кого-то, то заходим в отзывы. И смотрим, наши люди всегда делятся нужной информацией. Кстати, очень высокий имеет рейтинг, 4,7. Не знаю, вот люди даже фотографируют, но фото, ну да, хорошее фото, вот, если кто видит на камеру, да, оно как бы нормальное фото, но такое ощущение, что сфотографировали, у них таблетки там белые, а в реальности они не белые, они такие серовато-желтые какие-то, да. Так что вот, ну, не знаю. Кто хочет, чтобы была гладкая кожа и повышенный иммунитет, покупаем эту добавку. Стоимость, я, по-моему, скажу. Это фетучини. Такая вот лапшичка. Здесь видно, как она выглядит. Вот такая серовато-зелененькая. Что тут еще интересного? Лапша органическая. 24 грамма. Она с протеином, да. 24 грамма протеина на одну порцию. Содержит. Ну, она, естественно, без глютена. Высокое содержание в ней протеина. Не знаю, кому нужен белок и побольше, кому нужен... А, киса коробку отодвигает, у меня тут киса мне помогает. Да, здесь находится, здесь 200 килокалорий. Что тут еще интересно? Здесь есть насыщенные жиры, сахара 3 грамма, белка 24 грамма, 12 грамм клетчатки. Органический продукт. Здесь на сайте все хорошо прописано. Конечно, на самой коробке может быть не каждый прочитает. Да тут вообще не написано, как ее готовить, да? А, нет, вот написано. Все написано. Вскипятите 6-8 чашек воды и добавьте вот эти туда фетучини. Варите 3-4 минуты. Так что вот, я думаю, это вкусняшка. Ой, тема еды пошла. Опять органические макаронные изделия из риса и чечевицы. Опять же, без глютена. В виде рожек. Все видят, какого они цвета. Да, они темного цвета. Кстати, приятный такой цвет. Но темнее, чем наша лапшичка. Продукт Италии. Здесь находится 340 грамм. Стоит, я не сказала, сколько стоили те фетучини. Ай-яй-яй. Стоит вот эта лапша 342 рубля. Годна она, да, почти до конца 22 года. Здесь тоже, я так понимаю, высокое содержание белков. Без сои, без крахмала. Отличная структура здесь. Произведена в Италии. Короче, она без аллергенов. Что здесь можно еще? Ингредиенты все прописаны. Здесь 210 килокалорий. Если в фетучини 200, здесь 210. Инструкция даже есть по приготовлению, я думаю. Как ее варить? Ну, варить ее, короче, нужно 8-9 минут. Да, 3 литра. Если все приготовить, то 3 литра воды заливаем.
кипятим, подсаливаем и варим. Сливаем воду, промываем и подаем. Вкусняшка, макароны с киноа. Ой, что-то у меня как-то прям вся упаковка не попадает. Вот так упаковка это выглядит. Фирмы Now. Да. Сразу видно, да, что диетический продукт. Ой. В смысле, что не содержит сои, орех, яиц. Вообще, короче. Это лапша. Она такая светлая, интересная. У нас, ну не знаю. Короче, это тоже рожки. Очень даже прикольно. Здесь также 227. Нет, в той пачке, наверное, больше было грамм, да. В той пачке было 340 грамм, а здесь 227 грамм. Стоит она 360 рублей. Макароны из риса и киноа. Что еще тут можно сказать? Сертифицированный продукт. Ну, как я уже говорила, он не содержит молочных продуктов, пшеницы, сои, орехов, кукурузы, яиц. Также есть рекомендации по приготовлению. Содержит. А что он там содержит? Что тут много хорошего всего содержит. Здесь даже есть, наверное, рецепты, как это вкусно приготовить. Естественно, в Америке все это засыпано, я думаю, еще сыром. Ну, можно сделать и попроще. Да? Здесь вот эту пачку варят на 4 литра воды. И 1 чайную ложку соли. Воду кипятим, добавляем макароны 10-15 минут. Заметьте, эти макароны варятся дольше, чем те рожки. Варим 10-15 минут, пока паста не станет чуть мягкой. Снимаем с огня, сливаем воду и сервируем по вкусу. Вдруг стало, почем эти фетучини? Фетучини стоят 258 рублей. 5 к витаминам. Перекусили вкусными макарошками. Дальше. Йод и тирозин. Здесь 60 капсул, стоимость 1371 рубль. Годны получается недолго, до 24 года. Это пищевая добавка. Это поддержка щитовидной железы, потому что содержит йод. Как принимаем? Здесь всегда все прописано. Вот. По одной капсуле 2 раза в день. Или в соответствии с назначением вашего лечащего врача. Короче, по одной капсуле 2 раза в день. Стоимость я уже сказала. Да, здесь находится йод и тирозин. Угу. Я думаю, продукт отличный. Следующая добавка. Магний. Магний именно вот этой фирмы находится в стеклянной упаковке. Пришел очень хорошо упакованный. Здесь отлично видно, как выглядят капсулы. Вот они. Прям. Ну, я думаю, очень хорошо видно. Прям. Я, конечно, не знаю точно, какого они цвета. Надо будет скрывать, смотреть, потому что упаковочка сама темная. Их, скорее всего, нельзя хранить на свету, поэтому темная упаковка. Сейчас прочитаем. Здесь 120 капсул. 120 капсул. Стоимость почти 2500 рублей. Годны они до. Ой, не знаю даже. Надо смотреть, честно говоря, на упаковке. До июня 23 года. Нормально они годны. Можно успеть выпить. Помогает он мышцам и нервной системе. Очень хорошая вещь. Так, как его принимать? Как его принимать? Где здесь написано? Где-то, я думаю, это написано. Вот. Здесь написано 2 капсулы в день. Да? По-моему, 2 капсулы в день. Ну или, как всегда, в соответствии с рекомендацией вашего врача. Этот препарат можно принимать в любое время. Последняя добавочка. Цинк-пиколинат. Ну, я вообще думаю, что многие, наверное, знают. Он есть хорошая фирма Салгар, очень хорошая. Но эта фирма также нормальная. Они мелкие здесь капсулы, их здесь 120 растительных капсул, стоят они 640 рублей. Годны, знаете, аж до 26 года, они очень долго хранятся. Это для поддержания иммунной системы, поддерживает выработку ферментов без всяких ГМО. Также кошерный это продукт, в составе минералы, этот вот пиколинатный цинк. Для чего цинк-то? Он очень важен для нормальной работы многих органов и систем организма, включая скелет, иммунную, нервную и эндокринную систему. Цинк вообще необходимый минерал. Короче, надо его тоже принимать. По одной капсуле в день во время еды. Где тут прописано это? Вот. Принимаем по одной капсуле в день с едой. И все. Ой, как красиво нарисовано, да, минералы? Прикольно. Ну, что тут? А что в ингредиентах? Здесь рисовая мука. Все закончилось, все, что я заказала. Показала я все. Все приходит вот в таких вот коробочках. Каждая подписанная Херт. Великолепно все заклеено. Очень хорошо. У них такой интересный скотч. Знаете, он какой-то вот какой. Как будто это ткань, а внутри еще вот прошиты нитками. Его вот просто так не оторвешь, только разрезать. Сейчас великолепно все доставляет Сберлогистика. Ну, не знаю, мне очень нравится Сберлогистика. Хорошо доставляет. Вот у меня аж 3 коробки.
великолепно доставляет в течение, наверное, 2 недель. Вообще приходит, мне кажется, извиняюсь, приходит все в наш город примерно за неделю. Но здесь, видимо, свои какие-то нюансы, где-то забиты пункты выдачи. Тем более Сберлогистика доставляет бесплатно, ну, естественно, при наборе на определенную сумму. Даже вот написано «Сберлокер». Ну все, всем спасибо, до свидания.